13 мая, РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, а также представители прибывших на праздничные мероприятия в Луганск делегацию из Российской Федерации и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики поздравили луганчан с 4-й годовщиной образования ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости с главной площади в Луганске. Донецкая Народная Республика плечом к плечу с Луганской Народной Республикой равно с 2014 года шаг за шагом идет к победе. Пройдены очень непростые и сложные преграды, но тем не менее мы уверены, что мы придем к победе. Уверен, что мы двигаемся в правильном направлении, и это направление в сторону России, обратился к луганчанам председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий, прибывший в составе делегации РФ на праздничные мероприятия в Луганск. Подчеркнул, что жители республики с честью проживают непростой период. Сегодня вся Россия, все 450 сердец депутатов Госдумы РФ бьются в унисон с вашими сердцами. Сегодня у вас праздник, день рождения. Ни одной стране в мире не выпал тот период, который вы сегодня здесь проживаете. Вы его проходите с честью, мужеством и достоинством. Вы 4 года назад взялись за оружие и не допустили на свою землю новый фашизм, сказал с главной сцены республики Водолацкий. Исполняющий обязанности главы ЛНР заявил, что в 2014 году жители республики сделали правильный выбор и поздравил всех с праздником. «Я хочу поздравить вас с днем рождения нашей Луганской Народной Республики. Мы все видим, что наша республика движется вперед, становится сильнее и развивается. Все это благодаря нашему единству, нашей стойкости. С уверенностью можно сказать, что в 2014 году мы сделали правильный выбор, и никто не вправе решать за нас нашу судьбу», — сказал Пасечник.